Хорошо. Так, самый простой и оптимальный способ взвешивания – это нам нужны обычные кухонные весы. Наводись на весы. Мы ставим сразу тару, чтобы сразу ее сбросить, чтобы она уже никак не влияла на результат нашего анализа. Сейчас вот будет по нулям. Сажаем птицу уже в сброшенную тару, то есть в эту переносочку. Сажаем ее внутрь, закрываем, и у нас уже будет чистый вес нашей птицы. Наша попугай-неразлучница весит 64 грамма. Это самый простой и оптимальный и удобный способ для взвешивания. Таким способом можете взвешивать любых птиц. Подписывайтесь на мой канал.